мистецькій експозиції. Саме за такі людмилі сьогодні ми маємо радість і приємність бачити Мішеля і Білу. Так, насправді це не зовсім так. Не тільки заради не тільки це тільки мені, а завдяки мамі і татові Мішеля ми маємо змогу його сьогодні тут бачити. Але насправді проект, який називається «Мистецькі експедиції», починався тут, в майстер-класі. Хоча мистецькі експедиції не прив'язані до свого конкретного місця, у мистецьких експедицій в цьому проєкті немає конкретного офісу і конкретного місця, де працюють робітники. Ні. Ми збираємо художників-музикантів, журналістів і відправляємося по всім містам України, де нас раді бачити, з пленерами, з виставками і з концертами. Тобто це завдання називається «Плести комунікативне мережево». Я називаю це так, а називаю це інші журналісти називаються «Будувати комунікативні коридори». Абсолютно спонтанний проєкт. І виник він, власне, тут, в майстер-класі. І починався він з зустрічі з Мішелем Терещенко. Саме тут ми проводили першу зустріч, презентацію книжки Мішеля Терещенка «Перший олігарх». Оцю книжку, яку ви маєте сьогодні можливість придбати. Це розповідь про дідуся Мішеля Терещенка, Михайла Івановича Терещенка, і, власне, цю книжку разом з автографом автора ви сьогодні маєте можливість придбати. І можу сказати вам, що це світле місце надало початок не тільки мому проєкту, який називається «Мистецькі експедиції», тому що рік тому назад я його презентувала як директор з розвитку студії ювелірного дизайну «Гарарук». Але тепер я сміливо кажу, що я представляю мистецькі експедиції завдяки майстер-класу, завдяки Євгену Уткіну, Ірині Буданській, завдяки їй підтримці, тому що перший проєкт був здійснений, перша подорож була здійснена саме в місто Глухів, куди ми поїхали дивитися, як цвіте льон в червні місяці. І, власне, ті, хто прийшов на презентацію, знаєте, як це відбулося? Всі, хто прийшли на презентацію Мішеля, ми тут так спонтанно просто кинули клич, а поїхали в Глухів дивитися, як цвіте льон. І тут же зібралася команда організаторів, і серед них був Остап. І ми поїхали в розвідку в місто Глухів і попали саме на День Європи в місто Глухів. Уявіть собі, це на кордоні з Росією. Наша перша подорож до Глухова абсолютно нас зачарувала. Ми зрозуміли, що ми про Україну не знаємо нічого. Але ми хочемо вже знати. На силу ми захотіли знати про нашу історію і про нашу культуру. І оскільки культура – це майбутнє, я так вважаю, це моя особиста думка, ви можете погоджуватися чи ні, тому оскільки це майбутнє, ми працюємо на майбутнє. Я думаю, що людина, яка 15 січня стала нашим з вами співгромадянином, коли загальний тренд ще рік тому назад, ще 2 роки, завжди був загальний тренд покинути країну, де так все не гарно влаштовано, так все нелогічно працює. Але ця людина прийшла саме в той період в нашу країну і стала громадянином саме в той період, коли нам погано. Знаєте, є таке англійське прислів'я «A friend in need is a friend indeed». Тобто це справжнє. Друг, що в біді з тобою, це справжній друг. Тому я хочу представити Мішеля Терещенка, який є справжнім нашим другом, нашим спільним другом всіх, хто є громадянами України. І бути громадянином Франції і бути громадянином України, він нам розкаже, в чому різниця і саме чому він прийняв таке рішення. Прошу. Спасибо, Людмила. Тяжело говорить от этот вопрос, почему я принимал решение получить украинское гражданство, потому что для меня это очень простое и очень нормальное решение. И пока мы слушали очень красивую музыку, программу, которая была, я чуть-чуть думал, что я могу говорить от этого. Но я буду начинать так. Франция, 150 лет назад, люди заказали Виктор Гюго, который известный поэт, автор, писатель Франции, писать поэм,
где он будет говорить и по Франции, и по Германии. И он согласен, но я не буду вам читать этот поэм, потому что я думаю, что, может быть, есть люди вчера, которые слушали уже монолог Бернарон и Леви по-французски на полтора часа, на оперный театр. Я не буду больше по-французски читать, но этот поэм был очень долго, очень красиво, и Виктор Гюго начинал говорить по Алемании, по Германии. И он все-все показал, как были красивые реки, леси, замки, как, ну, все, как история была, была грамотна, все это. Все, он ничего не забивал. Все было, было очень-очень-очень долго поэм по Германии. А по Франции он говорил очень короткие, только очень маленькая слова. Он говорит, а Франция моя мать. И было все. Это было в конце поэма. А я думаю, что это одинаково. Я очень обожаю Францию. Я думаю, что все люди обожают Францию. Это, конечно, очень красивая страна. Это самые более богатые, которые есть, качество жизни, качество природы. Но Украина – моя мать. И когда ваша мать нужна помочь, вы не будете спрашивать, где лучше, что делать. И так. И есть только один ответ. Но это принципиально почему. Но я понимаю, что надо от этого чуть-чуть поговорить. Я уже, когда я встретил президента Ющенко, была мая 2006 год, мы встретили по вопросу пчеловодства. И он предложил меня за обед на его даче. Это было мая месяца 2006. И у меня было чуть-чуть неожиданно, но было красиво. И сразу я спрашивал ему, у меня интереснее получить украинский гражданство. И он говорил, Мишель, для тебя я делаю на 5 минут. Я ждал, но ничего не получил. И то я чуть-чуть подумал, я говорил, ну, может быть, этот вопрос я буду сохранить, когда в Украине будет нормальный президент, который будет нормально руководить страну, будет, может быть, более адекватный. И после Майдана, пока украинский народ очень ярко выбирал жить по-новому, выбирал жить по европейским пути, когда потом, после президентских выборов, я очень хотел. Я не знал, что делать, но мне очень повезло, у меня есть один друг, который сидит сегодня здесь, который передавал мой вопрос президенту, и благодаря Евгению, который здесь, мы получили 26 января положительный ответ и декрет, президентский декрет, который давал мне украинскую гражданку. Но что было для меня важно, это я державный интерес. Я не хотел, потому что я думаю, что моя семья много делала для Украины, что я думаю, мои предки не были бы очень рады, если я буду заполнить аппликации, формы, я буду показать документы, я буду делать несколько экзаменов и так. Что это было приятно, что были президентский декрет и что будет для державных интересов. Для меня это очень-очень важно, и я очень благодарю Евгений, который получил это. Возможности. Почему принимали это решение? Я могу, может быть, говорить уже, почему не принимали. Уже я не принимал это решение для Билл, какой для стать, ну, есть люди, которые так говорили, стать министром или замминистром. Абсолютно нет. Я принимал это решение для быть украинцем. Это для меня важно. Я абсолютно не знаю ничего, как министры работают, и я буду какой очень плохой министр, это было абсолютно нет моего желания. Я только думал, почему нет. Есть тоже история, которая меня чуть-чуть давала меня возможность подумать от этого. 1815 года мой прадед Артемий Терещенко, который
который начинал сахарное производство в Украине. Он был еще молодой, он был 21 лет, когда он был в Франции, ну, 1815 году, и все казаки были за Наполеон, да, и они приехали до Франции, и там мой прапрапрадед видел французы, которые начинали заниматься сахарным производством. Он этабил наполеонский план, потому что была блокада, английский блокад, и Франция должна получить сахар, что они начинали работать с сахарным производством от сахарных свеклов. Я думаю, что он был на этот период, он был не женат, он был молодой, он говорил по-французски, потому что он учил французский язык для работать на университете Бове с научным человеком Жан-Батист Се, который занимался сахарным производством. Он мог тоже жить в Франции. И я думаю, что если он жил в Франции на этот период, он были бы очень богатые, там рынок был, там были очень цивилизованные страны, и он мог, несколько казаки остались в Франции. Но нет, он принял решение идти обратно в Украину и начинать заниматься сахарным производством в Украину, потому что было приятно, было положительно и было порядки для людей, для детей, которые нужно кушать. Что это первый например для меня. А второй это мой дедушка. Мой дедушка все, ну, может быть, вы знаете, но это история, которая на книге здесь. Он был очень богатый человек. А когда он был 30 лет, он был, ну, он руководил все сахарные заводы, было 39 сахарных заводов, более 400 тысяч гектар земли, которые принадлежали ему. Это не была аренда на этот период, это была его земля. И он занимается тоже помогать политический прогресс в Украине, и на этот период была тоже Россия. И он был министр временного правительства Керенского, как министр финансов и министр иностранных дел. Он, конечно, все потерял 7 ноября 1917 года, и повезло было, что он мог уехать из страны, из России, начало 1918 года, и начинать новую жизнь. Он начинал новую жизнь, но он всегда сохранил его гражданство, которое на этот период было русское гражданство. Для него было очень тяжело, он был только 30 лет, то он жил еще почти 50 лет с паспортом нонсен, который и пользуют беженцы вокруг мира для путешествовать, но это очень тяжело путешествовать. Он жил в Лондоне 1939 году, а пока на этот период Сталин и Гитлер были лучшие друзья и вместе начинали оккупировать Европу, он не мог по его русское гражданство, он не мог обратно дома. Английские люди говорили, нет, вы русский человек, вы не можете приезжать обратно в Великобританию. Он мог изменять гражданство сразу, потому что он был известный человек, он был самый лучший друг король Великобритании, он был друг президента Bank of England, что он мог менять очень быстро, но он отказался. Говорил, нет, у меня родное гражданство, это было на этот период русское, но для его было как украинское, что я буду сохранить это гражданство. И всю его жизнь он жил с русским гражданством. То я думал, что если сегодня было бы для меня возможно изменить мое французское гражданство, которое я получил, когда я родился, для гражданства, которое он так любил, я думаю, что, я не говорю русское, конечно, но украинское, это было бы тоже для его приятно. А сейчас у меня может быть есть вопрос для вас, потому что почему нет? Почему не выбирать украинское гражданство? Почему французское гражданство будет лучше? У вас есть, может быть, какой идея? Ну, мы все согласны, это хорошо. Но
Украина это очень перспективная страна. Я уже живу здесь 12 лет, и не было всегда, конечно, легко, но это страна, где это еще это страна возможностей. Мы можем начинать здесь работу. Я бизнесмен, я не знаю ничего по политический вопрос, но мой жизнь это делать бизнес. И, конечно, это более красиво, когда бизнес мы можем сделать какой-то красивый концепт, чем только купить и продавать. Что не нужно строить бизнес, это что я люблю. А здесь, и я думаю, что было одинаково для моих проектов, они тоже хотели строить бизнес. Что это фантастическая страна. Я жил 9 лет в США, я уже получил эту возможность. Только США это как Украина, люди так очень быстро все читают, очень entrepreneur, очень быстро начинают проект, но это без души. Здесь это Америка плюс душа. Что это намного более приятно. И эта страна, мы можем все делать. Очень мало конкуренции, очень мало, потому что мало людей здесь занимаются конкурировать с вами. Потенциал огромный, очень-очень образованный и, можем говорить, людей, которые хотят работать, которые хотят трудиться, ну, конечно, важно пригласить работу. Если у них нет работы, это тяжело, но если есть возможность получить стабильную работу, а я видел это в группах, где я живу, они все приедут. И эта работа для них это важно. И они могут работать, я видел это, на очень тяжелые условия, потому что когда мы начинали работать, у нас не было отопления всегда, всегда. Нам нужно работать и ночь, и день, и субботу, воскресенье. Никто никогда говорил мне, я хочу получить лучшую зарплату, я откажу делать так. Но у меня была маленькая фирма в Франции, где было 30 людей. Это был кошмар. А здесь у нас в Лукове 153 работники. Это фантастически. То я могу демонстрировать уже моим коллегам, французам, бизнесменам, что они могут приезжать здесь. И их кошмар там Франция, будет здесь хороший, можем решить по хорошему пути. То я думаю, что есть перспектива. Природа есть все, специально в Глухове, специально на Сумщине, есть. Все, что вы хотите, вы можете мечтать, есть. И то есть хорошие люди, есть хорошая земля, есть хороший природный ресурс. Сейчас рынки, которые, конечно, нормальные будут на Западе, они абсолютно открыты. Это мы можем подписать договор с Renault, Peugeot, Citroën. Это абсолютно очень легко делать сейчас. Они фирмы на Западе ждут предложения от Украины. У них есть мотивация для покупать у них. Что это? Эта атмосфера вокруг бизнеса это очень поражительно. Что для меня было абсолютно нормально продолжается этот бизнес и делать так. Плюс у меня есть еще один мотивация, которая очень важна. Моя украинская семья была девиз стремлением к общественным пользам. А что я могу делать как француз? Очень мало. А что я могу делать как украинец? Очень много. И я принимал решение после получить украинское гражданство, я принимал решение баллотироваться на пост в мэром в Глухове. Потому что этот маленький город, как маленький жемчуг, маленький алмаз, который уютный жить, который очень красивый. Но я не говорю это, потому что мои предки строили половину города, но я потому что это правильное место, где есть хорошее качество жизни. Ну, Людмила была здесь, она знает, что это очень приятный город. Там люди богатые живут, тоже без денег. Что
Как я могу... Но город умирает. Умирает, потому что 10 лет назад был 4 важные заводы. Ну, завод «Сатурн», завод, который электропанель. А каждый завод был более 1500 рабочих мест. Но только по схеме коррупции, обычной коррупции, ну, какой губернатор или депутат будет приватизировать или будет давать какой кредит, который на залог он будет брать имущество, потом они будут все продавать или на металлолом, или так. Но только как как результат коррупционной схемы мы потеряли 6 тысяч рабочих мест. И люди сейчас, как, что это? Они все выбрали на президентский выбор жить по-новому, но что это жить по-новому, если нет работы? Это только непонятно. А люди сейчас, ну, 10 лет назад, когда я пришел в Глуховой, люди говорили по-русски. Они все работали, ну, или на этот завод, или Россия. Семьи были разделены между Россией и Украиной, потому что эта часть России, которая недалеко от границы, это тоже Украина. Что конечно, семьи были разделены между это, ну, оба страны границы. А сейчас, и я думаю, что Майдан делал очень много здесь, тоже из Глухов мало участвовал в Майдан, но пока власть была партия региона, можем говорить, что Глухов более участвовал анти-Майдан, чем Майдан, к сожалению. Но после все изменил. Уже 1 мая, 24 августа, еще пятницу, я был здесь пятницу, но я не мог, потому что приняли решение в Глухове делать службу в поминание Небесной Сотни. И это было красиво, это был храм моих предков, который сейчас Московский Патриархат, которые не только согласились, но которые хотели делать, и хотели делать паники, что я не мог не быть, потому что, извините, для пятницу, но я был там. Но все изменить. Сейчас все города, это желтый синий. Все, если будете видеть, это... Но есть проблема. Власть не меняла. Наш депутат, который раньше был депутат партии регион, он сейчас депутат официальный блока Порошенко, но одинаковый человек, ничего не менял. Наш голова района, который отправил так много антимайдан, он платил 300 гривен людей, которые приехали, это был скандал на всю города. Он подал по люстрации президента, он один из 30 голова района, которые нужно обязательно убирать по люстрации. Через 2 недели наш депутат забрал его обратно, говорил, нет, не так плохой человек, была ошибка, ну все нормально, он будет обратно. И был обратно. А что осталось? Только постмером, когда будут выборы для городской власти, будет возможность чуть-чуть изменить эту структуру, которая уже 20 лет контролирует все, полностью коррумпированное, которое не дает перспектив нашей молодежи абсолютно, и которое закрывает и контролирует все. Что я думаю, что, ну, если девиз моей семьи – это стремление к общественным пользам, а если люди так хотят, ну, для меня начала была шутка, потому что я плохо говорю по-русски, почти нет, не говорю по-украински, как я могу быть мэром? Но я думал, была шутка, но люди очень хотят, что я буду учить украинский язык, я уже начинал, и будем видеть. Если они так хотят, я буду, как мой прапрадед, что это тоже возможность, которая давала меня этот украинский гражданство. Что более вам говорить, я не знаю, может быть, у вас есть вопрос, но видите, что у меня было очень много мотивации, и я сейчас получил, я отказал французского гражданства, и я думаю, что это было правильное решение. И это для меня намного лучше. И я еще не знаю все возможности, что это будет открывать, но я уже знаю, что ничего не закрываю. У меня есть виза, для Шенген-виза, для от Франции, скоро будет день рождения моей мамы, все будет все нормально. Почему нет?
Украина это, ну, может быть, скоро будет безвизовый режим, мы еще не знаем, но это очень-очень возможно. Будем, конечно, давать максимальное давление, что будет. Но почему люди не будут начинать? Или приезжать обратно, или, или эмигрировать в Украину? Вы знаете, в Париже есть сейчас церковь, украинская церковь, который, это греко-католический церковь, который находится в центре Парижа, 186, бульвар Сен-Жермен. А там, конечно, это красиво сейчас, потому что занимается наша церковь Владика Борис Гудзяк, который раньше, может быть, еще ректор Львовский католический университет, что у нас есть фантастический Владика, который дает фантастические возможности нам в этот храм. И уже летом, просто, ну, не только летом, каждое воскресенье есть служба, и когда я в Париже, я еду там, потому что все, много моих друзей, это приятно для меня. Приедут маршрутки, но раньше было никто на этот храм, когда я был ребенок, никто, а сейчас это полный храм, каждое воскресенье. Там пока родители участвовать в службу, там есть школа, украинский язык для детей. Так, это очень красиво, очень хорошо работает. Но есть маленький проблем. Посол Франции говорит мне, в Париже живут 20 тысяч украинцев, официальные. Ну, это официально мало, потому что Португал намного больше. Но Борис Гудзяк говорит мне, у меня, я думаю, недалеко от 100 тысяч украинцев живут в Париже, из-за города Парижа. Потому что он видит это, он знает лучше. То это говорит, что 80 тысяч живут неофициально в Париже. 80 тысяч украинцев приняли решение ехать в Париже. Очень много мама остались ребенком на бабушке здесь. Думали, что они будут в Париже, они будут получить хорошую зарплату и могут отправить деньги бабушкам. И это не так, потому что 80 тысяч неофициальных, это говорит, 80 тысяч людей живут мизерно. Потому что когда вы неофициальны, у вас нет минимальной зарплаты, у вас нет бесплатной больницы. И может быть, жизнь может быть очень тяжело, потому что за городом Парижа это не очень красиво. Это место, где я не хочу жить больше. Но и у них нет выбора. Что я здесь, в воскресенье, приедут сейчас маршрутка. Маршрутки приедут из Львова, из Тернополя, из Киева. И там я живу людей, я вижу людей, которые идут на маршрутку, и они хотят покупать лук или картофель, потому что они украинские, они из Украины. Но в Франции очень много картофеля, очень много лук, очень много чеснок. Но они хотят купить, потому что это от родины. И они покупают, они ждут маршрутки и покупают. И когда была прошлым летом, я был здесь, одна женщина понимала, что я живу в Киеве, и она хотела узнать информацию по ситуации в Украине. И она, но она закончила переговор так, она говорила, а вы живете в Киеве? Я говорю, ну да. Как вам повезло? Я говорю, почему вы не живете в Киеве? И все это туда хотят обратно. Но они думают, что это невозможно. Они думают, ну, сейчас они слушают телевизоры, конечно, они не видят возможности, они боятся, они нервозны, они не могут спать. Много-много ночи по ситуации страны. Что, я думаю, что показать, что это возможно, отказаться от французского гражданства для получить украинское, это, например, который для этих людей, и который для многих людей, которые могут приезжать в Украину, будет поражительным. Посмотреть и узнать, потому что я принимал это решение. Может быть, есть вопрос? Как Франция отнеслась к тому, что вы отказались от французского гражданства? Как во Франции восприняли? Много французов отказываются от французского гражданства? Но до сих пор французский консулат в Киеве не знает, что делать. Это первый раз. Они будут обсудить этот вопрос. Ну, что делать? Вчера вы заметили какой-то бизнес. Не было такого, не понимаете, ваша тема.
отказаться говорить меня вот сейчас, что он вопрос не видит. Конечно, он знает. Но он не очень рад, что я могу говорить. Но посоль меняется, следующий будет лучше. Ничего. Вчерашний? Ну, вы знаете, Биашер, Бернар-Анри Леви, Франция, он, конечно, он фигур, да, французской сцены. И, ну, талантный человек, конечно, очень харизм, много харизмы человек. Я не могу много говорить. Франция, если я могу так говорить, это песня «Отель Европа». Он хотел, что будет на афише, месяц. Он делал три раза. И все. И люди уже не пришли. Что это, я думаю, для него очень важно показать. Но не могу говорить, что это какой шедевр. Это монолог, который очень много на себя говорит. Он человек, который очень хотел. Очень хочет, можем говорить, слушать, как он играет все хорошо. Но я не думаю, что это очень поражительно. Для меня я был здесь, но недолго, недолго. У меня было интересно, потому что у него была Ариэль Домбар, недалеко от его, который, я знаю Ариэль Домбар, потому что когда я был молодой, так, я был 18 лет, я участвовал в бал с нее. Ну, и мы танцевали вальс, это было, ну, как мы видели в Франции. А вчера я хотел запомнить ее, чем это невозможно, на этот период я еще не родился. Что она не помнила. Но это, ну, я не знаю, это, что это важно, это показать, что Франция поддерживает Украину сильно. Это факт. Но я не думаю, что Бернар-Анри Леви это например, более важно, что делает президент Франции. Более важно, что они не продают Мистраль. Более важно, что... Ну, мне чуть-чуть стыдно быть в Франции, когда я слушал, видел результат Минских переговоров. Потому что это некрасиво. Что важно, людей, которые будут говорить президент, что совет президента, совет министра будут нормальные, получить информацию. Бернар-Анри Леви может делать новое для культуры, но, к сожалению, мало для политических вопросов. И мне кажется, что красиво, что Франция помогает, но важно, что она помогает конкретно. А сейчас люди много говорят, но помочь очень мало. И правильно, это Минские переговоры, которые были, это для меня стыдно, это ужас. Это Мюнхен, это ничего больше, чем Мюнхен. Что надо чуть-чуть по-другому делать. Но французы нормальные люди, они всегда реагировали нормально, но всегда слишком позже. Что они будут еще делать так, они будут ждать, а потом, когда будет все видно, они будут нормальные. Выборы в Лугове, ну, на всю Украину нужно быть октябрь месяц или раньше. Надеюсь, будет завтра. У вас уже есть план, вот что вы будете делать для Глухова в качестве мэра? Ну, план есть. Первый, вы видели, что... Ну, это может быть, что это более важно для Глухова, но это для меня самое более важно. Там еще есть памятник Ленину. И да, только убрать есть фирма Самупав, которая занимается на всю Украину, да. Но я хочу делать открытие неба. Я хочу быть здесь этот день. Я хочу, чтобы все люди будут посмотреть. Я хочу, чтобы мы можем говорить. Но когда они строили, достроить памятник Ленина, они разрушили памятник моей семье, который был там в Лугове. То я думаю, это нормально, что когда будем снять памятник Ленина, я буду тоже здесь.
и делать. Но это не самый более важный вопрос, тоже это символически важно. Более вопрос это, я вам говорил, Глухов умирает, нет рабочего места. А потенциал много, много, потому что были все это большие заводы. Мы можем и пользоваться 5 раз больше электричества, что мы сейчас и пользуем. Там есть очень много людей, которые раньше работали в России, а сейчас они не могут. Что есть очень много запас и электричества, и людей, и возможностей. Есть хороший завод, который здесь ничего не делает. Что самое более важное – собрать инвесторы. И я думаю, что для меня это может быть достаточно легко делать. Да. Ну, важно, что не будет Ленина, потому что инвесторы не очень любят Ленина, когда они приедут. Важно, что, будет, что не будет коррупции, абсолютно нет. Что мы будем, например, на всю Украину, как руководить маленький город без коррупции общей. Это, я думаю, можем делать. Но для Глухова будет новый. И как делать, если возможно, без конфликтов, что все люди согласятся так делать, так жить по-новому. Я думаю, это будет маленький эксперимент, но будет очень возможно и очень красиво, если есть результат. А потом Глухов был столица Украины, но когда была Гетмана. К сожалению, после войны Глухов, исторический центр Глухов разрушенный. Там дворец Разумовского, который был тоже, и Батурин, и тоже Глухов, нету. Там коллегия, который руководил Украину после Гетмана, только маленький угол остался. Там ярмарка большая, которая раньше была, сейчас нету. Очень много, конечно, разрушены. У нас нет много денег в Глухове, что мы не можем присвоить, но мы можем делать, как они делали, например, Уильямсбург, США. Может быть, вы видели, там была старая столица США до гражданского войны. И там есть реконституция. Они делали миниатюр, ну, город как был, но мы можем делать миниатюр дворец Скоропадского или Разумовского, или Апостола, маленький дворец. Да? Да? Мы можем делать маленький коллегия, которая раньше была, все на центре города, там есть площади. А где была Ленина, наше предложение сейчас, пока у нас нет денег, это сажить красивую, самую более красивую, самую более мощную елку, которая есть. У нас лес красиво, то собираем очень красивую елку, и он будет жить здесь. Не нужно резать каждый год елку на лесу, потому что можем здесь, у нас будет живая елка, которую мы будем украсить для Рождества, но которая будет всегда здесь. И вокруг елка, вокруг этот маленький миниатюр реконституции города, люди будут работать и гулять на традиционной одежде. Ну, там может гулять, когда человек будет гетман, например, Скоропадский, другим человек. Может быть, женщина будет роль Елизавета II, или может быть, будет Потемкин тоже, и на тележке они могут гулять вокруг. Что идея это, и будем показать, как они делают в Уильямсбург, как раньше люди жили, ну, как это в реконституции, да, людей. Но это уже, это приятный, это туристический плюс, это не очень дорогой, и надо только финансировать 2-3 месяца для начала, и сразу потом это будет автофинансировать. Что я думаю, что мы будем делать так, и надеюсь, что вы будете приезжать в Глухове для... Но у нас мала гостиница, что мы не можем говорить, что вы будете 3-4 дня в Глухове. Это не будет очень приятно, к сожалению. Но вы можете на сутки приезжать, один день в Глухове, на один музыка, например, один пчеловод с вами, например, один цветение льна. И, ну, конечно, будет уже готов рождественный рынок для Рождества, для Новый год. А потом масленица, можем тоже делать. Как, что это будет постоянное место, которое будет жить. Но на этом месте был памятник Ленина, до этого, который сейчас до сих пор есть, памятник Цыганка. А вы не знаете, кто Василий Цыганов. Но если я вам говорю, кто был Василий Цыганов, это еще хуже, чем Ленин, можем так говорить. Это человек, который был анархист,
который пришел 1 января 1918 года от Кронштадта для контролировать Лугов, он сразу делал погром, убил 300 еврейских людей, которые жили, а потом он расстрелил все людей, которые били одежда и униформа. Ну, люди работали почта или так, они убили все. А потом, когда коммунист пришел, он тоже расстрелил коммунист. Там есть тоже место, где анархисты и коммунисты расстрелили себя. Но этот человек, 1967 год, власть принимала решение делать памятник его. Он остался в Лугов только один месяц, потому что 1 февраля 1918 года, слава Богу, он был пьян на кафе, на этой площади, которую мы сейчас... И он хотел показать между двумя проститутками, как строить гранату, и граната развалилась и убили его. Но этот человек, это все, что он делал. 1967 год, советский власть принимал решение строить памятник цыганка. Да? А пока этот человек был так известен, что никто не знал, как он похож, не была фотография ему, никто не знал, как помнил, как было цыганов. Они приняли любой фотографию там матроса Кронштадта, делали, это тоже не его, но это может быть лучше. То это нужно чистить. Нужно чистить, для людей это тяжело, они не знают, что говорит детьми там, что я думаю, что мы будем делать красивый центр города, который будет живой, не будет очень много инвестиций, потому что это все делает местные пилорамы, могут делать все, это маленькие миниатюры, люди могут работать, и будет приятно. Помочь. Помощники. Кто вам будет помогать в этом? Люди сами помогают. Глуховцы, да? То есть жители Глухова. Ну, вы знаете, я очень люблю Джон Фиджеральд Кеннеди, да, который один день говорил, не спрашивайте, что государство может делать для вас, спрашивайте, что вы можете делать для государства. Это надо делать себя. Что пилорама делают маленькие миниатюры реконституции. Это шутка, это не деньги. Это только желание людей делать все красиво и хорошо. И я думаю, ну конечно, я так говорю, потому что я сейчас не отмену. А потом нужно согласиться с комиссией архитектуры, ну конечно, будет так тоже. Но можем начинать. И если люди хотят, делаем. Ну, помочь будет, когда нужно, но сейчас не нужно. Два таких вопроса, но они связаны на самом деле. Возможно ли во Франции совмещать, например, быть мэром и быть бизнесменом? И как вы относитесь? Ну, то есть, если вы собираетесь быть мэром, хотите ли вы оставить бизнес в таком случае, чтобы не совмещать, не было конфликта интересов? Да. Ну, это правда. Но Франция, ну, на все остальное это возможно. Но я хочу делать, как делали мои предки. Они занимались сахарные заводы, и они были хорошим мэром города. Что, я думаю, это не конфликт, если я не ожидаю ни одного копек от пост мэра. И я буду очень-очень сильный. Внимательнее посмотреть, что никто не ожидает копеек. Нам нужно работать для общества, с стремлением к общественным пользам. Но что параллельно есть этот бизнес, я думаю, это только приятно. Я не буду, конечно, заниматься каждый день этот бизнес. Я уже не могу. Я не могу получить зарплату этот бизнес на этот период. Но есть другие люди, которые будут делать. И я думаю, что вечером можем говорить вместе и посмотреть. Но я не будет конфузии. Когда я говорил план для Лукова, я не говорил, что будет развитие нашего бизнес-плана. Нет, нет, это совсем разные вопросы. Боитесь ли вы конкурентов? Ваши конкуренты, кто они? Потенциальные конкуренты, которые тоже будут претендовать? У меня не важно, я не знаю, кто будет. Это абсолютно не важно. Я не хочу узнать. Это только предложение, что я делаю для людей. Они
Они хотят, будем делать. Они не хотят, есть конкурент, который более харизматический, который более лучший план, что мы... Все, ничего страшного, я могу жить без этого. Но я не могу не предложить. А кто будет? Люди говорят, что может быть политически грязные. Но я могу вам гарантировать, что мы не будем использовать ни одного грязного пути. Это неинтересно. Будем видеть. Люди хотят, будет хорошо. Но у вас... Я думаю, все есть желание, что Украина будет защищать Украину, да? Пока сейчас, и тоже жестко, власть, это одинаковая власть, как был, ничего не менял, и депутат, я не знаю, мэр жестко, но депутат я знаю, тоже мэр, да? Пока это одинаково, они только меняли этикет, но одинаково людей у нас... В Украине есть очень большой риск открывать второй фронт. У нас на Сумщине 200 километров граница неконтрольная. А Чернигов чуть-чуть дальше, более 150 километров. Это абсолютно без контроля. Пока есть сейчас санкции против России, очень много контрабанд идет. Очень много. Это самая более активная контрабандная зона Европы сейчас. Между Белопилья и середина Буда, то это зона, которая там 200 километров. Идут вещи России, контрабандные. А как сюрприз, никто не проверит. Пограничники ничего не говорят. Прокурор ничего не говорит. Милиционер ничего не говорит. Потому что все системы контролированы полностью. А сейчас есть желание нашего депутата строить лавру. Ну, Московский патриархат, Глинский монастырь, где вы были, там идет очень большой ремонт. Он хочет строить лавру. Но он так хочет, потому что это будет 5 километров открыт окно на Россию без контроля общего. И уже здесь пришли несколько зеленых человек. Что вам нужно узнать, раньше недалеко от Клухова есть Шалигин, где был тоже сахарный завод моей предки. Но это была Россия. Путиверский район, который недалеко от Глухов, это тоже была Россия. А там людей не 100% правильно. Там есть риск. Но сейчас все спокойно, но это очень опасно. Их система работает, потому что это монолит. Все власть сохранили. Все депутаты, все мэр, все городские районы, все их нет. Если в Глухове можем менять, ну, это уже маленький шанс получить какую возможность контролировать это. Что это тоже не только романтическое желание, которое у меня есть. Это тоже, я думаю, важно для Украины. Как ваша семья относится к тому, что вы здесь? Они с вами поддерживают вас? Я внимательнее. Ну, они читают Facebook, да? И всю информацию по этот вопрос я не переводил. Что они не говорят по-русски, что я ничего не переводил, я только отправил информацию без перевода, когда это критический вопрос. Ну, моя дочка хорошая, пользует Google и переводит все. Что она звонила мне это недавно, но как ты там правильно информации, да, я так понимал, это было, ну да, все правильно, но она поддерживает, но она специальная дочка, она художница, которая очень любит Украину, что она поддерживает. А все разные члены моей семьи не знают от этого. Они чуть-чуть переживают ситуацию Украины, что я думаю, лучше, что все спокойно. Нет. Почему? Нет. Я очень люблю ехать в Париже. Три дня. Может быть, четыре. Потом это я уже устал. Но Париж – самое лучшее место для уикенда или для туристов. Очень красивый, конечно, музеум. Очень красивый концерт-зал, опера. Самые лучшие рестораны, которые есть, но очень дорогие. Вы не можете долго.
гостиница одинакова, сами лучшие, но тоже очень дорогие. Четыре дня в Париже – супер, а потом я уже устал. Да, нет, ничего специального. Тоже есть у меня маленький проблем в Париже сейчас. Все мои друзья, они как я, 60 лет или больше, они уже на пенсии. Они уже подумают только на следующей квартире, когда они будут купить или ремонтировать, или переделать декор, это все. Это уже, жизнь уже закончена. А для меня жизнь начинает. Ну, все. So, я уже не могу много говорить, но есть, конечно, моя семья, которую я очень, очень люблю, очень уважаю. Конечно, есть люди, несколько друзей, которые всегда я рад видеть, но больше с вами мои друзья, мы уже живем на разные сферы полностью. Они не понимают. Когда мне нужно говорить по ситуации Украины, это нужно 2 часа, 3 часа. И потому они не понимают, почему, как, что это. Я делаю, но мало. Лучше здесь. Ваш дед был министром временного правительства. Говорил ли он когда-нибудь, или, возможно, знаете ли вы о том, что был ли какой-то шанс у этого правительства, этого режима остаться у власти и сохранить демократию в России? Или он считал, что это невозможно? Ну, я очень хочу, но не сейчас, что один день будет доска на Эрмитаж, на Зимний дворец, для министра, который участвовали в этот временной правительство России 1917 года. Они были хорошие люди, не только мой дедушка, но все люди, которые были члены этого правительства, делали очень хорошие дела. Они пили все мессенно на уровень, который сейчас мы не знаем. И они очень хотели, что Россия будет демократической. На февральской революции гимн, который пили революционеры, пили «La Marseillaise». Это не была «L'International», это была «La Marseillaise». Они хотели, что будет демократия, что будет возможность жить в России там, на этот период, как Франция. И я думаю, что они думали, что был шанс. Мой дедушка рисковал все его состояние для этого. И состояние было большое. Что, да, они думали, что перебив возможно. Но уже играли несколько, можем говорить, давлений, которые до сих пор угрожают нас. Были русские, которые не согласились на этот эксперимент. И они много делали тоже не очень хорошо. Но, конечно, красные форсы не помогли. Они были экстремисты, они родили уже. Но было тяжело. У меня есть только один вопрос от этого. Это мой дедушка, они арестовали его 7 ноября 1917 года. Он ушел из тюрьмы, но не обычный пути, который вы можете читать на книге. Он ушел из тюрьмы в феврале 1918 года, а потом он мог уехать в Норвегию, но это был город Кристиания, который сейчас Осло, весной. Но весной 1918 года мой дедушка еще был богатый человек, потому что много его состояния было на банк, который он организовал, была в Украине, которая была на этот период была независимость страны, которая была разделена от России уже. Чтобы он мог приехать обратно в Украину. И я думаю, что было бы красиво, если он мог идти обратно в Украину и помогать. Но он получил этот. Он был очень слабенький для его здоровья, то после 4 месяца на Петропавловский крепост. Он хотел встретить адмирал Колчак, он был до Архангельск, для встретить его, но Колчак никогда пришел до Архангельска, они не встретили.
И потом 11 ноября 18 года он был обратно, и было, ну, 15 ноября там немецкие ушли из Украины. На этот момент, я думаю, что мой дедушка мог быть обратно в Украину. И он мог помогать и использовать все его состояние для, для получить успешный в Украине, что он не мог получить успешный в России. И это, может быть, могли изменять, потому что у него сильное состояние, и гражданство войны, которое было в Украине, было очень, ну, мог в любой момент изменить курс. Что если он помогал бы, может быть, у меня есть чуть-чуть вопрос, почему он не был в Украине 15 ноября 1918 года? Ну, я не знаю, но они приняли решение жить в Франции и уезжать. Но всю его жизнь была очень сильная ностальгия, и после этого он не занимался политическим вопросом общим, конечно. Но это люди, которые были министры временного правительства, они герои. Они герои. Много погибли, потому что как они были арестованы, два министра были тортурно, была ужасная ситуация. Они все жили через очень тяжелый момент. И надо благодарить, надо помнить, надо уважать это. Они показали нам пути, но это было рано. Уважаемый Мишель, я был знаком с вашим отцом несколько раз в Киеве. Мы встречались, да. Мало того, один раз я даже видел вас где-то приблизительно 19 или 18 лет тому назад. Там 96-й, может быть, 97-й год. 94-й? Или 94. 98. Может быть, 90. Нет, не 90, значит 94. Значит, вон там. Вот. Самое главное, что ваш отец оставил очень большое впечатление на нас. А я очень рад, что я тогда ошибся в вас, потому что вы приезжали в Украину, вы видели, как все происходит. И в ваших глазах я видел скептика по отношению ко многим процессам, которые были в Украине тогда. Вот. Ну, к сожалению, у нас... Ну, да. Нет, ну, знаете, честно, да, вы приехали, вы были французский бизнесмен, еще на Украине тогда не было развито столько бизнеса, да, и было очень тогда тяжелое время, значит, это был 94-й, наверное, год. Может быть, да? Вот. И с тех пор больше я вас не видел. Я очень рад, что я ошибся. И очень рад, что, да, что вы приняли такое решение переехать в Украину и приняли решение посвятить свою жизнь Украине, потому что, будем так говорить, уже ваше только одно стремление, даже пусть в маленьком городе Глухове, хоть что-то сделать, поменять для того, чтобы в этом городе происходили позитивные изменения, это уже очень большое и важное решение в вашей жизни. И самое главное, я очень надеюсь, что, может быть, вместе с вами приедут другие люди, как из Франции, может быть, из Испании, Германии, Канады, где очень много людей из Украины, которые могут сделать нашу жизнь лучше. Огромное спасибо. Тоже надеюсь. Я могу вам говорить по 94 году. Может быть, вы не все знаете. Начало 94-м, ну, мая месяца, пришел, звонил дома в Париже Анатолий Зеленко, который был на этот посол Украины в Франции, и потом он был министр иностранных дел. Но он был посол. И он искал телефон номер моего отца на список инженер от политический институт, который там был его приватный номер. Он искал этот книга, этот список, и он звонил.
И он звонил отцам, говорил, вы Петр Михайлович Терещенко? Отец говорил, да, но он по-французски, потому что никто не говорил от нас по-русски на этот период. И говорит, ну, если так, я хочу видеть вас очень-очень быстро, очень скоро. Отец говорит, ну, с удовольствием, когда? Сегодня вечером в 7 часов я буду у вас. Он говорит, ну, пожалуйста, в 8 часов, потому что я хочу, что мой сын будет, что, и он говорит, все, в 8 часов я буду у вас. Пришел Анатолий Зеленко, открываем дверь. Мы, президент Кравчук, который был президент на этот период, принимал решение вам пригласить в Украину, все ваше семье, потому что мы будем, город Киев будет переименовать улица Репина, улица Терещенкиевская. И мы очень хотим, что вы будете. Что мы будем для вас открывать визу, так, приедете, пожалуйста. А хорошо, говорил отец, когда будет? Ну, послезавтра. Что, ну, отец говорит, я очень хочу ехать в Украину, и я хочу, чтобы вся моя семья будет с меня. Я не хочу, что один или два члена идут, но все семья. Говорит, все, ну, я звонил моей четыре сестры, мы организовали, что мы будем начало ноября. Это есть там каникулы в Франции, первая неделя ноября, где мы все можем, могли резервировать для Украины. Что отец говорил, мы будем первая неделя ноября, мы будем в Киеве. Хорошо, говорили Анатолий Зеленко, все хорошо, я сейчас открою визу, давайте все паспорт, через неделю будет ваша виза. Но мы говорим, нам нужно заниматься, резервировать гостиницу. Нет, ничего не делайте, это вы будете гост города Киева. Там есть квартиры, специальные квартиры для VIP-гост, ничего не нужно. Все хорошо. А нам нужно такси для... или... Нет, ничего, будет ждать для вас на аэропорту, тоже это... Хорошо, все. Ну, у нас была виза, уже июня месяца был этот план, и мы готовили ехать в Украину. Менял президент. Президент Кравчук менял, президент Кучма пришел. Анатолий Зеленко был посол Франции, он сейчас министр иностранных дел. А мы приехали 1 ноября в Бориспол. Ждали 3 часа. Никто. А потом мы искали какой-то такси, мы чуть-чуть говорили по-немецки, что мы могли переговорить на какой-то мини-ван, что мы можем ехать до города. Мы не знали, куда ехать. Мы ехали на гостиницу Непро, там был открыт, но очень хорошо, что были номеры. Отец не был очень рад, и я тоже не был очень рад. Да? И был какой скептицизм там на мои глаза на этот период, на этот день. Но я еще очень скоро изменил ситуацию, потому что потом мы встретили людей от музея, которые были очень тепло, историки, людей. Все было хорошо. Но я еще не знал группу, что потом было уже 100% ярко, что было. Ну да, была эта проблема, но не было очень важно. О, Глухов был очень-очень красиво. Очень красиво. Ну, это, как вам говорить, там... Может быть, это поздно, нет? Нет. Глухов это неожиданно для меня, потому что организовал это путешествие мой отец. В 2002 году. Он был 83 года, и он получил письмо от мэра города, от директора музея города, от директора института, который был резидент семьи, которые они хотят, что семья Терещенко будет обратно в Глухов. И мой отец, который ну, уже не молодой, хочет видеть Глухов. Он знал, что там была усыпальница семьи, и он хотел посмотреть. Он все организовал, он предложил меня ехать
И я говорил, ну, это было для меня тяжело, потому что было точно период, где я закончил, развелся с женой, но я хочу остаться с детьми. И я продал мой бизнес, я был на переговоре, для продавать мой бизнес на испанских людей на этот период. И переговоры не закончили, что я не хотел уезжать. Но он, я говорил, он был не очень рад, что я не буду в Львове, но я говорил, ну, этот раз, мы уже были 3-4 раза в Украине, в Киеве, второй раз все было хорошо, что уже сейчас мы знаем людей, у нас есть переводчики, у нас есть водители, у нас все, ничего. Ты можешь играть без меня, все будет хорошо. И два дня до этого путешествия он заболел очень сильно, и врач не разрешил ему ехать, летать до Украины. И для него была катастрофа, потому что это очень-очень важно. Что он говорил мне, Миша, я в жизни почти ничего никогда не, от тебя не заказал. Да. Но этот раз это важно. Это важно, мы не можем аннулировать. Сейчас видели, люди там нас ждут, я не могу, ты будешь. Но я был. И было фантастически, изменял мою жизнь. Если я здесь сегодня с вами говорить, если я сейчас украинец, это потому что был этот очень тепло прием. Это было точно как возвращать домой. Это было фантастически. Но потом было еще лучше, потому что, может быть, вы знаете, что когда в 2002 году, первый раз я был в Глухове. Люди говорили, что раньше был некрополь в семье. Но мы были на храм, который они строили, все красиво. А потом есть нижний храм, где был некрополь. И люди говорили, что ну, 1918 году не только они разрешили памятник вашей семьи, который был, но они тоже открыли могилы. Они посмотрели, если не было какой алмаз или какой золото. И никто не брал внимания на останки, что они потом отправили песок, а ваши предки сейчас находятся без уважения, мы не знаем где, на подплинке нижнего храма. Но они говорили, если вы можете давать чуть-чуть финанс, но это было очень микроскопический финанс, мы можем делать... Нет этот год, потому что мы пользуем нижний храм для службы зимой, потому что нет отопления на собор. Но мы следующей весной будем делать эксумации, экскавации. А следующий год я прихожу в Киев для другом принципе. Звонил мой переводчик, звонили от Глухова. Переводчик, который говорит, ну, Миша только пришел. Они говорили, что важно, что Миша будет скоро в Глухове. И я только пришел. Что переводчик говорит, только пришел. А следующий день я был в Глухове. Там я пришел на нижний храм. Они уже собрали плинки, да, и открыли люк. И давали мне спецодежду, фонари, что я буду ниже, да, было 2-3 метра ниже, там они... Маленькая лестница была деревянная, и, но место только для одного человека. И они говорили, вы будете здесь, для вас ждет саркофаж, который сейчас почти закрыт, но мы не можем открывать легко, надо. So, вы будете здесь, вы будете открывать, и вы будете говорить, что есть. Ну, я был не совсем готов, но я знаю, что в Украине нужно... Нужно готовиться для всей ситуации. Ну все, я не могу отказать. Я был здесь. Я видел этот саркофаж, который ждал для меня. Я не мог прямо открывать, потому что я открыл, но ручка. Ручка резала, что я, у меня остался рука на руки. И, но после этого я мог открывать. И я видел мой прапрадед Николай Артемьевич Терещенко, который похоронили в 1903 году. И мы были в 2003 году, но 100 лет назад. И он был абсолютно полный, абсолютно, как если похоронили бы Дин Оранже. Что я мог видеть он, полные мумификации были его кожа, были его борода, были все, как на фотографии. Что это было для меня очень-очень важно. И
уже после этого я начинал приезжать в Любове, и Любове, и Любове, и Любове, я сейчас там живу. Но это было все приятно, все, все очень красиво, все очень приятно. У меня только удивились один вопрос, ну, нижний храм 300 квадратметров, а как они убирали только 6 плинки, делали люк и получили саркофаж? Я говорил, супер, как вы могли узнать? Потому что не было полное разрушение, было только здесь. И они говорили меня, ну когда вы приехали в прошлом году, ну было 2002 год, мы получили письмо от один человек, который открывал могилы 1918 года. Один, они были три, но один еще живой. И он отправил письмо вам, когда он узнал, что семья Терещенко будет обратно, для говорить, что не было уважения против семьи, не знаю, но это было только материальной мотивации, и говорили, что когда они делали это ночной, свечки, да, открыли могилу, и они получили впечатление, что последний саркофаг, который они открыли, человек внутри был живой. Потому что он был так полный, так, и говорит, что на письмо человек говорит, что он не может забивать от этот момент. И он давал информацию, где находится этот саркофаг. Ну, по вопрос, по окну, по двери, так, потому что он все помнил. И он хотел извиниться, и что мы будем, ну, это день прощения сегодня, что мы будем прощать его. Что он давал информации, почему они я говорю, это хорошо, но это письмо вы получили до моего приема в Любове и ничего не говорили меня год назад. Я говорю, нет, мы ничего вам не говорили, потому что мы делали собрание, там пришел капитан пожарники, мэр Гелова района, и приняли решение, что семья Терещенко может быть какой очень мощный олигархия, может говорить. А если вы будете, вы не знали от этого, а если вы будете узнать, что людей открыли могилы ваши предков, может быть, это будет очень некрасиво для вас, и, может быть, вы будете убить этот человек. Если вы знаете, что один человек еще живой, может быть, будете сразу убить его. Но я говорил, хорошо, но это было уже втором. А потом я был 2-3 раза в Любове, а вы видели, что я никогда не буду убить никто, что... почему вы не говорили меня? Но нет, напротив, мы делали еще собрание, ну все, еще мэр, для знать, если мы даем вам это письмо или нет. Но пока человек был еще живой, мы думали, что вы так добрый человек, что вы можете просить его. Вы можете, и ваше прощение тоже не нужно давать, потому что было бы некорректно, неправильно. Что мы думали, что лучше не давать вам это письмо. Ну, сейчас человек умер, мы даем вам письмо. То это было в Любове, было очень тепло, и в 2002, и в 2003, и до сих пор это для меня только поражительный, только приятная информация, приятная жизнь. Да. Все, спасибо. А да, если вы не читали «Первый олигарх», можете, не знаю, покупать или не, я могу подписать. Товариство, перед тим, як ми підемо, у мене є тільки одне оголошення і прохання. Сьогодні тут відбувалася школа свідомого громадянина, і я радий, що дехто з наших студентів залишився на цю лекцію. Для нас всіх стало шоком те, що сьогодні стало в Харкові. Я щойно знав, що в Харкові сьогодні відбувся теракт. Під час мирної ходи активістів, присвяченої пам'яті Небесної Сотні, в одному з снігових, як назвав це, таких комів чи валунів, була захована вибухівка, начинена дуже поганими шурупами і такими кульками. Загинув один з відомих активістів, як виявилось, один з тих, кого я знав, тобто наші колеги, харків'яни, з якими ми проводили школу, слава Богу, ніхто не постраждав, але
Але сталося так, що три людини загинули, загинув двоє активістів, загинув керівник міліцейської охорони, яка забезпечувала правопорядок. Суть не в цьому. Війна. Суть в іншому. Сьогодні Харківський громадянський форум поширив оголошення про те, що просять завтра в 13:00 зробити хвилину мовчання. Хто матиме можливість, просто собі це запам'ятайте і візьміть до уваги, що завтра в 13:00 матимемо таку можливість. Це все.